Всем привет, ребята! И мы снова выходим на связь для того, чтобы взять интервью у ребят из Витебска, которые будут выступать на бойцовском шоу «Патриот» в городе Могилеве 25 числа. И первый, с кем бы я хотел поговорить, это Исмагилов Рамиль. Рамиль будет выступать в категории, весовой категории 70 кг, и сегодня мы зададим ему пару интересных вопросов, чтобы поближе познакомить с вами. Привет, Рамиль. Привет. Ну и первый мой вопрос тебе, это какой клуб, классический уже наш вопрос, какой клуб будешь представлять на этом мероприятии, сколько ты занимаешься единоборствами и кто тебя готовит? Представляю клуб Start Legend Team, занимаюсь 6 месяцев, занимаюсь под руководством Конышева Вячеслава Анатольевича. Отлично. Следующий вопрос, Рамиль, про подготовку. До турнира, до мероприятия остается неделя, считанные дни. Как проходит подготовка? Подготовка идет полным ходом. Большое внимание уделяем борцовской технике, ударной и общей физической подготовке. Итак, продолжаем. И следующий мой вопрос. Ты будешь выступать в весовой категории 70 кг. Сколько весишь на данный момент? Надо ли скидывать? И как ты будешь это делать? На данный момент вешу 73 килограмма, надо скинуть 3 килограмма. Как ты будешь это делать? Буду делать, как обычно, по 10 кофт и овсянка на воде. Отличный ответ, ребята. Вот и подошло к концу наше интервью с Рамилем. Мы задали интересные вопросы, получили на них интересные ответы. Осталось только пожелать Рамилю красочных боев на этом мероприятии, обязательно побед и зрелищного шоу. Мы будем искренне за тебя болеть. А вы подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это знаменательное событие.